Так, 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 так. Передовая. На. Так, не получу. А, блин, я про этого забыл совсем. Окей, вспомнил. Ха-ха-ха. Игра со смертью. Ну, я думаю, что в данном случае это не очень актуально, но вообще надо будет попробовать. Ага, вот отсюда ты открываешь видимость на того чувака. Мне кажется, отсюда будет лучше. И возможно, давай так, отсюда и игра со смертью. Ок. Так, джай. Угу. А этого у нас кто-нибудь видит? Что я в этом сомневаюсь. Пум-пум-пум-пум. Быстрее, быстрее, быстрее. Кибелла. Слишком далеко. Перезарядись. Где ты его не видишь? О, Кибелла, все. Пона тебе, чувак. Ты доигрался. I will leave footprints of sky. Обычно бесстрастное лицо Ирлиет искажено в гримасе боли и ярости. Ваш толкователь ожидает, когда она начинает говорить, оживает, когда она начинает говорить на своем языке. Клянусь расколотым сердцем Кхейна, Муаран, ты ответишь за свое коварство. Пускай Марай Хек сломает твою судьбу и выбросит ее прочь. Пусть кровь Эльданеша зальет твое горло. Ого, оказывается, под ликом стойка скрывается настоящая буря. Остынь, все уже закончилось. Не знаю, как, о ком это ты, но обещаю, я с радостью помогу залить в него чашу страданий. Так он уже мертв. А, возьми себя в руки, вряд ли это последний бой на сегодня, а мне нужны вменяемые спутники. Ирлиет закрывает глаза, втягивает воздух сквозь зубы и быстро что-то произносит в полголоса. Когда она открывает глаза, ее лицо вновь сковывает холодное спокойствие. Взглянув на вас, она начинает говорить теперь на низком готике. Прости меня, Элантах. Я позволила сумятице в душе взять верх над разумом. Подобная ошибка может стоить мне большего, чем ты в состоянии себе представить. Самой моей души. Мне следует быть осмотрительнее, даже перед лицом предательства. А кто такой Муаран? Как он... Мы только что общались с Муараном, мы его только что прибили. Не думай, что пришло время рассказать мне, что происходит. Довольно болтовни, просто отведи меня туда, куда собиралась. Она меня никуда не собиралась вести. Я думаю, что это реплики, если бы мы сюда пришли с ней, взяв ее в резиденции, если бы мы ее сразу завербовали и пришли бы сначала сюда, а потом уже к Муарану, туда, к этому пришли. Муаран тот, кто стоит за бунтами против правительницы Януса, но позволь мне рассказать все с самого начала. Мы зовем себя детьми Азуриана, наше новое... Иное наше имя — Эльдары. Мы — эхо Великой Империи, некогда правившей галактикой и сотворявшей миры. Почему все так уверены, что в прошлом их цивилизация была самая-самая, они были... Причем это не только вот фантастики касается, это касается и реальной жизни тоже. Планета, которую вы зовете Янусом, один из таких первозданных миров — Лилетан, пристанище, которое наши предки создали для своих собратьев. На протяжении многих тысячелетий лишь тени наших предшественников жили среди руин, пока сюда не пришли вы, люди. Мы – наследники, имеющие полное право называть первозданный мир своим. Однако наше прибытие – трагедия, а не возвращение в родные земли. В голосе Ирлиет скользит горечь. Мы принадлежали миру кораблю Курударах.
что пал на границе этого звездного региона. Лишь провидение милосердных богов позволило нам избежать участи тех, чьи души сгинули среди звездной пыли вместе с нашей обителью. Уничтожили мир Кора. Джай осекается, а потом торопливо шепчет вам. Эй, Дарф, если будет возможность, надо разыскать это место. Даже если корабль разнесли в клочья, любой, кто найдет его останки, озолотится. Злой треск Вокса прерывает Джай. Впрочем, Паскаль ограничивается этим угрожающим жестом, явно не желая припираться при Эльдарке на тему того, кто имеет право грабить мир ее народа. Заинтересованно сверкнув зеленым визором, Паскаль осторожно уточняет. На какой именно границе? Тебе не нужно знать, железный Монкай. Я осведомлена о ваших мародерских обычаях. После катастрофы Лилатан дал моим собратьям убежище. Приют на руинах наших предков, под сенью лесов, сотворенных мудростью наших миропевцев. В соседстве с вами, столь грубо пожинающими плоды наших трудов. Ты попала на Янус вместе с остальными Эльдарами. Как твои собратья, связанные с восстанием на планете, почему на тебя напали свои? Дети Азуриана не вступают в сражения, которые не могут выиграть. Однако в наших силах направлять потоки, чтобы стихия сама смывала с пути преграды и врагов. Так стало и в этот раз. Муаран, провидец Крударахо, узрел будущее без Монкай и повел нас за собой. Мы лишь использовали страсти Монкай против них самих. Страсть к свободе и анархии, страсть к владычеству и насилию. Столкнуть слуг с правителями проще, если те, между кем ты развязываешь вражду, служат эмоциям, а не разуму. Мои собратья стали военными советниками Монкай, поднятых против владычицы мира. Мне выпала иная участь – стать наставницей Вестенцы, дабы повстанцы не смогли добраться до нее раньше момента, когда обе стороны ослабнут в достаточной мере. Правительница людей никогда не лицезрела детей Азуриана и потому приняла ложь о вырожденной ветви Монкай, живущей вдали от прочих своих собратьев. Зачем горсткой ксеносов воевать с целой планетой? Вы бы не смогли перебить всех. Почему ты рассказываешь мне этому, к чему всего такая откровенность? Тебе сложно понять детей Азуриана, и я не виню тебя в том. Мы слишком далеки друг от друга. Ирлиет молчит несколько мгновений, подбирая слова. Монкай слепо шагают навстречу будущему. Мы выбираем дорогу, руководствуясь наставлениями наших провидцев. Крударах был колыбелью сильнейших созерцателей грядущего. Из их числа состоял круг наших правителей, и их слово было незыблемо, словно сама вселенная. Муаран, что ведет нас, один из их числа. Дети Азуриана подчинены его воле, а он сам – воле своих прозрений. В видениях Муарану явился страдающий Лилатан, требующий очищения, и мы устремили все силы на то, чтобы избавить первозданный мир от Монкай. Наши жизни, наши желания – все это лишь прах перед сиянием пути, избранного Муараном. По крайней мере, в это веруют мои собратья. Веровала и я до недавних пор. Нет, мой путь привел меня на Лил-Этан позже, Эльдарка колеблется, иным образом. Меня приветствовал Муаран, один из уцелевших провидцев Крударахо. Вместе с ним горстка детей Азуриана, избежавшая гибели и нашедшая дорогу сюда, в разоренную колыбель нашего народа. О, как велик был их гнев, когда они узрели, как Монкай разорили наш цветущий сад. Почему ты рассказываешь мне все это? Элантах, твое появление смешало мои пути и приподняло завесу, что скрывало от меня истину. Находясь подле повелительницы людей, я не видела знаков того, что над Лилатан нависла иная угроза, нежели чем деяния Монкай. Она должна быть вам знакома, как знакома иным разумным племенам галактики. Мы зовем ее Сайлант Рэш, та, что жаждет, богиня хаоса. Сайлант Рэш и та, что жаждет, имена, которыми Эльдары зовут бога хаоса Слаанэш, своего главного врага. Слаанэш, бог страсти, излишеств и запретных наслаждений, известный своей переменчивой и коварной натурой. Опыта получено 69. Мировой дух Лилатан чует угрозу и сопротивляется ей в меру своих сил. Живые формы, что населяют этот мир, становятся его оружием, направленным против Монкай. Ядовитые растения, разъяренные звери, все это клинок в руке Лилатан, что борется с явлением Сайлант Трэш.
Знаки, что ты раскрыл мне, все они указывают на то, что на этом мире присутствует скверна. Быть может, прямо сейчас ее нити пронзают мировой дух, отравляя его. Но чтобы скверна так быстро овладела планетой, нужны усилия. Усилия, направляемые чужой волей. Ирлец умолкает. Я думаю, что воля Сайлент Трэш правит самой Вистенцией в яд. Ай-яй, ксеносы. Ну что за дивные существа, Шерин? Только что остроухая прислуживала губернатору, но ветер сменился, и вот она уже рассказывает слезливую историю о печальной судьбе своего народа и, бедах этого мира. И во всем винит род людской, разумеется. Джай цыкает ей зубом и недоверчиво косится на Эльдарку. Но стоит признать, есть в ее словах и разумное зерно. Раз Вестенца виновна, почему тогда ты не отправилась во дворец сразу и не убил ее? Еще одно подобное обвинение в адрес слуги Империума, и я сделаю из тебя чучело для своего кабинета. Я не верю в виновность Вестенцы. Вам могут не нравиться Манкай, но мы не служим архиврагу. Быть может, Вестенца действительно запятнала себя якшанием с архиврагом. В этом еще предстоит разобраться. Я верю твоим суждениям, Ирлиет. Вестенца будет наказана за свое предательство. Есть лишь одно преступление тяжелее служения Сайлент Трэш. Предательство детей Азуриана в ее угоду. Муаран видел пути, прозревал будущее. Как мог он не заметить черного пятна на лице грядущего? Как мог не пустить все силы на то, чтобы избавить Лилатан от этой язвы? Голос Ирлиет становится пронзительнее и яростнее. Прежде чем я вырву это отравленное семя из тела Лилатан, я застрелю Муарана, заставлю Муарана ответить мне. Да, мы не знаем, является ли Вестенца помощником архиврага. Быть может, знаки, что разобрала я, не смогли убедить тебя. Я молю богов, что иные, более понятные тебе свидетельства сумеют склонить твое мнение в иную сторону. Сайлент Трэш обманчива и коварна. Она проникает в душу исподволь, обещая ложное совершенство и завлекая в свои сети обещаниями порочного идеала. Правительница Манкай, быть может, не знает о том, что ее душа была осквернена. Если мы хотим встретиться с предводителем восстания, то лучше двигаться дальше. Так. Вперед. Пум-пум-пум-пум. Граната, охотничья винтовка, дистанционная, двуручная, 16-24, скорострельность 1, дальность 11. То есть урон неплохой, но дальность... Большие существа получают плюс 5 урона, огромные существа получают плюс 10 урона, гигантские существа получают плюс 15 урона. Прикольно. Так, все, нет... Площадка испещрена черными следами и царапинами. Судя по следам приземления и взлетов, здесь регулярно садятся летучие машины. Вероятно, один из местных видов шаттлов. Товары. Окей. Так, перед тем, как мы пойдем дальше, мы там нового оружия, помнится, подобрали. Совершенствованный сюрикен пистолет. Скорострельность 7, 6, 11 урона, 15 пробития брони. Окей. Двуручная. Одноручная. 12, 24, 25. 6, 9. Скорострельность 6. Отравление. Ядовитая игла. Токсичный шквал. Окей. Тури-тури-тури-тури.
это мы осматривали. Ксеноруины, виднеющиеся из-под зеленого полога, выглядят поразительно целыми. Светлый материал, кажется, не подвластен времени и стихии. Окей. Здесь мы можем куда-то забраться. Там вон чей-то труп лежит. Несчастного явно задрал крупный хищник, однако вы не замечаете следов последующего пиршества. Кажется, зверь убил человека не ради пищи. Детеныш? Леди Кибелла, не случалось ли вам демонстрировать особые способности, недоступные обычным людям? Удивительные прозрения, способность влиять на чужой разум. Так. Стоять. Обезвредить. Кажется, растение растянулось и потрескалось от разбухшей под ней мякоти. Из длинных разрывов сочится мутная сукровица. Касание той, что жаждет, обезобразило даже самых малых детей Лилатан. Как глубоко проникла скверна. Кибелла, я слышу, к чему ты клонишь, и мне не нравятся твои подозрения. Предупреждаю, если ты желаешь наречь благодать неумирающего грехом, сайкерство, ты ответишь за это кровью. Окей. Еще одна ловушка. Just as I was taught. Вокс-вышка, собранная из частей и деталей, явно не предназначенных для такого использования. Среди балок и листов пластали видны арки от контейнеров и крепежи от агроцистерн. Сокращают отдачу любого автоматического оружия на 50%. О, хищники. Ой, один со спины. Создания эти были когда-то столь робки и скрытны. Неужели семя зла проникло и в них? Мы можем даже переместиться. Так, Паскаль. Сюда. Хейнрикс. Давай сюда. Джай. Сюда. Джай. Бела сюда. Джай сюда. Ирлиет сюда. Дарп сюда. Все вроде. Армен. О, я как раз здесь остановился. Видишь, как классно. Так, начать бой. Вторая линия. Тыл. Бонус есть. Выстрел. Давай мы тебе. Так, идеальная позиция, эффективность укрытия, восприятия нет. Анализ целей. Ну, так себе урончик. There is only death. Yours or mine. Ух, как они хорошо встали. Она сможет сразу троих бить. Жаль, что этот не добежал. Так бы она сразу четверых била. Я бы поставил на ее победу против этих четверых. Граната. Так, вот по идее вот так она не заденет Кибеллу. Но нет, урон какой-то микроскопический. Выявление слабостей. Так, стоп.
Да, вот так мы можем ранить двоих. Окей. Выявление слабостей и... Только одного попали. Дает шанс попадания и минус уклонения на один раунд. Получаем 4 очки перемещения и 4 очка действия. В следующем ходу сократится на 2. Но очки действия нам не возобновят, не восстановят наши атаки. Ирлиет. Соединение с чатом прервано. Так, если ты встанешь сюда и выстрелишь очередью. Давай попробуем. Неплохо. Хороший бонус к атаке. Но атаку вторым оружием она провести при этом не смогла. Так, ты не можешь стрелять, потому что ты вплотную к этому товарищу. А вот если ты встанешь вот сюда, то сможешь. Ё-моё, забыл, что будет атака по возможности. Класс. Так. As on my flame whispers your name. А этого что, не попало? Так, Джай. Окей. Это вот было неплохо. Весьма неплохо. Особое поручение Кибелле. И все? Очки действия кончились. Так. Надо было ей сначала дать вот эту штуку. Окей. Билли сейчас активирует нужно ее способность, которая им дополнительный урон наносит от временных факторов. Так. Надо, кстати, посмотреть тебе что-нибудь вместо этого револьвера. Чупок. Ок. Угу. Ах, чуть-чуть не добил. На.
Тоже неплохо. Перезарядка. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, я думаю, что мы ее и так добьем. Последнюю эту тварь. А, блин, стойкость надо было сделать. Ну ладно. Trust healing brings me no pleasure. Весьма неплохо. Так. Повстанец, повстанец. А, это мертвые там лежат. Пу-пу-пу-пум. Все получается, больше здесь ничего нет. Вот здесь есть. Там, походу, еще база врага. А, нет, мы это уже зачистили. Здесь мы уже побывали. Там мы тоже побывали, это точно. И здесь мы побывали. Вот пропадает открытая карта. Бесчисленные миры гнут спину под игом Империума. Простор Коронус чего-то там. Пум-пум-пум-пум. Янус. Вообще мне нравятся комментарии Касси, но и оставшаяся команда тоже, она в принципе меня устраивает. Я так понимаю, что нам осталось разобраться с этой, с губернаторшей. Гайчики летают симпатичные. Ваша светлость, говорить с вами всегда честь, но тебе нечего добавить, окей. Я так понимаю, что нам нужно во дворец вернуться, да? Не туда. Сюда. Особняк, а не дворец. Вы можете использовать портрет персонажа при указании цели способности. Это удобно. Так. Ну, где она? Тут. Ваша светлость, фон Валанциус. Прежнего... Премного счастлива увидеть вас нашим гостем. Извольте беседовать с госпожой, с губернатором наедине или в присутствии свиты? Свита. Походочка-то там какая. Вот это вот так. Ваше сиятельство, изволили навести мне визит? Чем обязана вашему вниманию? Служительница культа смерти? Право как неожиданно. Кого-то требуется предать суровой каре во имя императора? Сие требуется всегда, но время и цель назначает не умирающий. Класс. А Кибела отвечает с достоинством, явно не замечая зловещей двусмысленности своих слов. Так. Что за особа рядом с тобой?
Одна из моих фрейлин – Амелия. Амелия выполняет обязанности секретаря и позволяет мне поддерживать постоянную связь с ближайшими семьями, теми, от кого больше других зависит эффективность и процветание Януса. Я же ее отправил в тюрьму. Мы же ее арестовали. Какого? Я полностью доверяю своим советникам, и со временем Амелия стала не просто моей доверенной компаньонкой, но и буквально тенью. Без нее я как без рук. Вестенца смеется и ободряюще кивает девушке. А, ну то есть она предательница. Прям вот даже не скрывают этого. Амелия склоняется в глубоком книксине. Счастлива быть озарена сиянием вашего величия, вольный торговец. Пум-пум-пум-пум. Ты не упоминала про странные изменения флоры и фауны на планете. Магас Винцелекс – мудрейший человек, но его фиксация на эволюционных процессах кажется мне немного чрезмерной. Янус был значительно культивирован. На половине планеты снят лес и срыты холмы. Неудивительно, что и по сей день мы замечаем последствия этих изменений. Она аристократка, для аристократов тюряга очень лайтовая. Но это не значит, что она должна продолжать жить в своих покоях. Возможно, мутация растений связана со сливом отходов от механизмов, снимающих урожай? А, механизмы, которые снимают урожай, окей. А изменение повадок животных – реакция на расширение агрономического ареала. Вестенца со смехом качает головой. Удивлены моим знанием вопроса? Наша династия посвятила себя украшению Януса, плодородной, но столь упорной планеты. Каждый член родословной Вьяд знает основы планетарного изменения и его последствия. Техножрец упомянул древние руины, принадлежащие ксеносам. Я знаю, о чем речь. Странные конструкции из неизвестного материала. Во избежание несчастных случаев я приказал объявить эти территории запретными для всех. Некоторые вещи должны оставаться под толстым слоем земли и вне доступа даже столь просветленных умов, как Механикус. До меня дошли слухи о странностях у населения. Не буду отрицать, не все наши эксперименты с популяцией обходятся без жертв. Видите ли, одно из благородных семейств Януса взяло на себя непростую задачу, направленное улучшение свойств наших работников. Пока что это экспериментальное внесение добавок в питание и проведение ментальной обработки в контрольных поселках. Иногда процедуры нарушаются, и часть населения страдает от побочных эффектов. Право, специалисты семьи Гравац лучше бы просветили вас на этот счет, но, увы, в данный момент они заняты на местах. Как свежо и неожиданно, богачи измываются над мирным населением, прикрываясь благими намерениями. Обычно медовый голос Джай скрипит заржавевшей сталью. Я нашел гнездо бунтовщиков. Неужели, ваше сиятельство, и что же вы выяснили? Все, Вестенце, я узнал все, и у тебя только одна попытка вымолить себе прощение. Давай не будем тратить время на малозначительные разговоры, Вестенце, ты слуга архиврага. За бунтом стояли ксеносы, они мертвы. Не думаю, что тебя это касается, Вестенце. У тебя есть проблема куда похуже. Ну, давайте попробуем первую опцию. Ваше сиятельство, но я совершенно не понимаю, о чем вы говорите. Ты зря плетешь свою паутину обмана. Тьма, незнание больше не укрывает тебя. Дарф видел следы твоих деяний. Слышал стон измученный Лилатан. Вступал среди распада, что ты принесла на первозданный мир. Хватит лжи, отродье хаоса. Ирлиет, Вестенце задыхается от изумления. Что ты позволяешь себе, гнусное отребье? Я прикажу содрать с тебя кожу за такие слова. Ваше сиятельство, что происходит? За меня уже все сказали, Вестенце, но если тебе угодно, чтобы я повторил, мы знаем, что ты предана глубительным силам. Мы этого не знаем, мы вообще не знаем, что происходит. Вот из того, из тех событий, которые произошли, мы знаем, что есть эльдары, которые помогали повстанцам, мы знаем, что происходит какая-то мутация на планете, но что она в этом виновата, мы не знаем. Но, во всяком случае, я не видел нигде никаких намеков. Полагаю, у всех свои тайны, пускай между нами все останется как было. Мне надоели твои игры и замалчивание. Вестенце сжимает зубы, так что слышен скрип. Я дочь рода Вьяд, губернатор Януса и подданный Империума. Не служу никому, кроме Императора и династии фон Валанциус. А то, в чем вы меня обвиняете, лишь инструмент в моих руках. Инструмент, который мне достало сил и отваги использовать.
Вы полагаете, обычных средств хватило бы, чтобы усмирить эту безумную планету? Нет, на протяжении десятилетий моя семья билась над окончательным покорением Януса, и все впустую. Но преданные слуги из тех родов, что столетиями живут на Янусе, помогли мне открыть новый источник могущества, древние знания, втайне передаваемые от поколения к поколению, доступные немногим и дарующие власть над самой природой. Как я могла отказаться от нее? Как я могла перечеркнуть деяния всего моего рода, которому верили Янус, который преданно служил фон Валанциус и содержимостью безумца тесал из этого булыжника прекрасный бриллиант? Двух дней, проведенных среди посвященных, хватило, чтобы мои уши начали слышать голоса ангелов. Ангелов, дающих ключи к покорению этого мира. И прежде чем вы оскорбите мой слух новыми обвинениями или тем более нравоучениями, вспомните, кто все эти десятилетия безукоризненно служил вашей династии. Вспомните, кто посвятил свою жизнь тому, чтобы превратить Янус в главный источник богатства вашего протектората. Вспомните, кому ваша предшественница доверила один из ценнейших миров, не опасаясь измены или интриг. Без меня, без моей службы, без моей жертвы Янус превратится в ничто. Вокс техножреца задумчиво шипит. Вот почему знание должно оставаться лишь в руках достойных. Многие миряне способны овладеть им, но многомудрый разум, не скованный обетами послушания амнисии, уязвим для скверны и вольнодумства. Уязвим сильнее, чем разум несведущего простолюдина. Какие еще доказательства тебе нужны, Элантах? Монкай призналась в содеянном. Ты не спасаешь и не улучшаешь Янус Вистинца, ты своими руками разрушаешь собственный мир. Теодора знала о твоей особенности? Мне не в чем тебя упрекнуть. Пока подати текут в казну Империума и мои сундуки, меня все устраивает. Я услышал достаточно, продолжай в том же духе, Вестенца. Пускай подвластные тебе силы служат на благо фон Валанциус. Именем Императора я, вольный торговец династии фон Валанциус, приговариваю тебя, Вестенца Янус, в яд об Арам оф Корон, оф Коронус, к смерти». Я не позволю исчадию вроде тебя творить зло и дальше. Теодора знала? Знала ли она? Она владела этой планетой многие десятилетия и наверняка подмечала интересные особенности местного дворянства. Вызывала ли она меня на откровенный разговор, как вы сейчас? Нет. Вашу предшественницу куда больше заботили поставки и подати, которые я предоставляла с безукоризненной точностью. Ты не спасаешь планету... Ты своими руками разрушаешь мир. Вестенца суживает глаза. Простите мне мои слова, ваше сиятельство, но вы лжете. Я не слепая и вижу, как меняется Янус. Становится покорнее и послушнее воле человечества. Этот мир наделен собственной душой, душой, которую твой покровитель стремится уничтожить без... Что за бред? Это не про нас. В чем здесь мир? Люди умирают от твоих опытов, а это все ерунда. Когда ты последний раз покидала поместье, одного взгляда на джунгли Януса хватит, чтобы понять, чтобы ты не творила, якобы на благо планете ты лишь губишь ее. Немедленно предай всех, кто связан с вашими колдовскими делами, смерти, а сама забудь о том, что занималась раз и навсегда, это приказ твоего владыки. Я не смогу тебя переубедить, верно? Тогда и пытаться не буду напасть. Джунгли? Последствия изменений зашли так далеко, но по моей оценке биомы должны были сохраниться в целости для будущих пашень. Но то, что она идет в сторону смерти, это однозначно, но я бы сначала получил с нее данные о ее сообщниках. Просто я боюсь, что вот эта опция приведет нас к тому варианту, где мы не сможем ее арестовать или убить. Или превратить в серва. Мне понравился тот вариант с этим, с пацаненком. Предать моих соратников, забыть о долге нашей семьи. Глаза Вестенца горят, словно два раскаленных угля. Мне жаль, что вы не в состоянии оценить все величие тех сил, что склонились передо мной, ваше сиятельство. Очень-очень жаль. Стража, убить вольного торговца. Так мы все-таки будем с ними драться. Я был прав в самом начале. О как.
Ха. Ну, я так подозреваю, что здесь мы не пройдем, да? О, нет, пройдем. А? Ловушка. Бела. My visions showed this path and many others. Обезвредить знание варп. I do what I must. Успешно. Фу. Just as he ordained. Что? Болт-пистолет. Окей. Теперь все вместе сюда. Прикольная статуя, кроме ног. Оскверненный дворянин. Сжечь ересь. Планы шиты. Так. Паскаль, иди сюда. Нет, Паскаль, давай ты вот сюда. Кейнрикс. Сюда. Ты. Здесь есть проход. Оттуда тоже могут выйти враги. Сюда. 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 Начать. Бом. Раздражает, что нельзя выбирать направление. Тыл. Ликвидация. Бонус к отдаче. Хорошо. Призыв демонетки. А, это фрейлина. Я думал, это самая губернаторша. Нет, это фрейлина. Демонетка. Пылкий удар. Охлёст. Проявление. Детище варпа. Аура экзальтации. Все существа в области действия ауры демонеток получают штрафы за каждую демонетку. Минус 10 к ближнему, дальнему бою и минус 1 очко действия. То есть от нее надо избавляться как можно быстрее. Кстати, именно предки Ирлиет создали Слоанэш. Прикольно. Вау, сколько у тебя здоровья, это неожиданно много. As honor ordains. I come. The other side awaits. I will not die in dishonor. Mm-hmm. Так. Ты не попадешь. Игра со смертью. Хорошо.
Класс. А, Хейнрикс. Если я тебя отправлю сюда, ты сможешь таку по очереди выполнить? Ой, не по очереди, а по области. А, очищающее пламя. А это, кстати, было неплохо использовать гранаты. Что-то я про гранаты все время забываю. Джай. Опа. Так, приказ. Давайте Хенри. А, не дотягиваешься. И Дарву даже не можешь дать. Ну тогда дай Ирлиет хотя бы. А она. Игра со смертью. Нет, тут обычного хватит, так что давай вот лучше вот по этой. Демонетке. Так, ты... Хорошо. Мимо. Пу-пу-пум. Окей. Так, зона передовая сюда. Хорошо. Еще одна демонетка. Сейчас мы их перебьем. Так, каждая из них дает трап там, да, к нам. Так, ты где есть-то? Нет, не дотянешься. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Акробатическое мастерство 1 очка требует. Давайте тогда вот так. Да ё-моё, ну что такое? И Бела, что это ты так? А, это, наверное, из-за этих штрафов, которые она получила. От того, что их тут много рядом. А, так. Эх, жаль, во вторую не попало. Откачай-ка из нее жизнь. Укол ужаса пронзает сердце. Серьезно, она выжила с одним здоровьем. Так, а кому я в прошлый раз давал Кибели? Тогда возьми себе. Щит императора. Так, Джай, давай-ка вот сюда. И дополнительное преимущество. Хорошо, приказ. Все равно не дотягиваешься. Теперь вообще ни до кого не дотягиваешься. И с этим тоже. Ну, хоть приказ командира можешь дать.
Так, Дарф. Слабоватенько. Ты можешь прямо по Фрейлину бить отсюда. Ну, урона не супер много, но хотя бы что-то. Aim for the heart next time. Демоническое восстановление. Так, прыжка у тебя нету. Ну, хоть, хотя бы так. Кровавый дождь. Блин, все время гранаты надо... Время забываю про гранаты. Про все забываю. Так. Ирлиет. Эх, то вторую не попало. Пум. Пум. Молодец. Так держать. Так, стойкость. Оп. Ну, кстати, наши-то потрепанные, надо бы их подлечить. Джай. Так. Уже неплохо. Так, Кибела. Вперед. I bring mercy and retribution. Нет. Здесь 2 очка действия надо. 2 очка у тебя осталось. Танец клинков стоит 2. Давай вот этими двумя орудиями. Сначала одним. А, второй урон, блин, удар 2 стоит очка. Ну, зато резонанс боли можно применить. И опять я забыл про кровавый обед. Так. Пум. Пум. Отлично. Так, лечиться. Так. Хорошо. Бела. А почему ты не получила заряд? Ты же ударила, в смысле убила не без применения этой способности. Она должна была получить заряд. Trust me.
Так, Ирли Эд. Очень даже неплохо. Белый молодец, уклонилась. Так. Тягивание жизни, героический акт. Плод стойкости. Ну, в принципе, можно. Так, Джай. Так. Отлично. Отлично. Пу-пу-пу-пум. Хенрикс нет. Кибелла. Нет, дайте ей сначала движение. Тогда она сможет подойти вот сюда. А вот теперь можно ей дать приказ на атаку. Упс. Так, тебе нужно подлечиться, по-моему, да. Вперед. И перезарядка. Ты не видишь цель. Сейчас мы эту битву закончим, и тогда на сегодня все. Так, Паскаль, вперед. Сюда ты не увидишь цель. Ну, не страшно. А что она меня не атаковала сама? Восстанавливает здоровье союзных демонических существ. Окей. As honor ordains, I shall not fail. Trust me. Хорошо. Класс. Так. Джай. Ноль урона, зашибись. Дополнительную атаку. Зараза. Сейчас пробил. Неограниченное количество атак. 5 очков действий. Бум. 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 О, теперь перезарядилась эта смерть свыше. Хорошо. Так, Джай.
Роман там лор выливает в чат большим потоком. Ирлиет опускает оружие, но ее плечи по-прежнему напряжены. Наконец, она переводит дух, плавным движением головы стряхивает выбившиеся волосы с лица и смотрит на вас. Ты исполнил свой долг, Элантах. Отныне у Лилатан есть надежда на будущее без Silent Trash и ее последователей. Миру еще предстоит очиститься, но всему в свое время. Сейчас же время поблагодарить тебя. Ирлиет едва заметно склоняет голову. Надеюсь, больше оккультистах на Яносе я не услышу. Что же, еретичка мертва? Что теперь? Нет сомнений, наш визит взбудоражил обитателей этого места, но вряд ли их преданность той слуге той, что жаждет, превзойдет страх перед твоей властью, на чем бы она ни зиждилась в вашем обществе. Тебе нечего опасаться. Я наверняка еще вернусь на Янус, за своими мирами надо приглядывать. Ирлиет лишь задумчиво кивает. Все, окей, битва закончилась, мы можем... поставить паузу. Продолжение в понедельник. На следующей неделе точно не будет стрима в среду. Ну, в четверг, как обычно, не будет. А остальные должны быть по расписанию, если ничего не изменится. На сегодня на этом все. Роман, сейчас я зачитаю все, что ты написал. Там много текста. Я так, чтобы не отвлекаться во время игры, поэтому особо не смотрел. Но спасибо за комментарии. Я... читаю и мотаю на ус, но все равно пытаюсь играть так, как мне больше по душе. Посмотрим, что из этого пойдет. Получится, значит получится. Не получится, ну фиг с ним. Все, до сегодня все. До встречи в следующий раз. Маловато, 2 с лишним часа, как обычно.